Андрей Андреевич, ученица, прошла первые и вторые ступени, потом купила обновленные книга заклинаний Сангая, Метасоник 6 Ойл, Кольцо Наг. В настоящее время практикую обновленную шестую ступень. Ого. А обновленную первую ступень. Утром читаю коды, удаление негатива, проклятий. Сколько времени нужно практиковать годы, чтобы удалить негатив? Ежедневно на протяжении 60 дней. Как достигнуть результата? Перестают мучить там курение, как-то исправляется жизнь. Вторая часть, когда вы даете первую ступень, некоторые коды для удаления негатива, удаления врагов, страх, удаления везения. Я знаю, первые коды читаются с закрытыми глазами. Можно и первые, и вторые читать с открытыми глазами. Могу ли я нарисовать символы, которые вы даете на ступени 2000 золотой ручкой на желтой бумаге? Да. Можно ли с ними работать? Да. Практики, которые должны представлять что-то, символы, что-то другое, как долго мы должны это представлять? В течение нескольких секунд или нескольких секунд? Ну, не менее 2 минут хотя бы. Вообще, читайте код и старайтесь вспышками вот так вот представлять, создавая вот такую ментальную энергию. Она реализовывает или она создает потом механизм, который принесет это в вашу жизнь. Подскажите, пожалуйста, как можно остановить колдунью, которая не дает житья, бесконечно открыто вредит. То гвозди под дверью уже 3 года не может успокоиться, делает, что попало, несмотря на то, что камеры в подъезде везде фиксируют. Вам необходимо взять духовное имя и жить через призму духовного имени, тогда на вас это действовать не будет. Сангая 66 вам в помощь.